А, это вот эта хрень крутится. Как ее выключить? Ми, мос эстрада. Полабай, я чувствительность микрофона отстрою. Еще раз нормально, просто там потом отрежем. Дайте мне две минутки, мне надо запомнить эту гребаную гармонию. Поставь на паузу тогда там что-то. Что-то как поскрипывает. Стул твой. Стул мой, да. Мой задница так громко скрипит. Не скрипи стулом. Да. Записывается. Хорошо. Алиска, привет. Yeah.
Алиска, мы тебя еще раз всей души поздравляем с днем рождения. И этот год принес какие-то встречи, очень радостно, но мало. Так что желаем, чтобы следующий год принес нам больше встреч. И тебе и себе желаю. Ну и, конечно, чтобы твое целое собралось в целом, а все лишнее уходило легко. Подставлю ладони, их болью своей наполни. Наполни печалью, страхом гулкой темноты. И ты не узнаешь, как небо в огне сгорает. И жизнь разбивает все надежды и мечты. Oh,
просто играй свое сердце. Не думай о минутах с высока, думай о минутах с низока. Просто играй свое сердце. Не думай ни о чем с высока. И вообще поменьше думай, думай, думай. Просто играй свое сердце. Мы такие дебилы вообще смешные. Ужас. Ну, жесть. Кошмар. Играй, не считая минуты. Просто играй свои ноты, не думай о том, почему ты. Помни о том, для кого ты. Пусть к первым тебя не причислят. С тобой можно будет согреться. Просто играй свои мысли. Слушай, еще разок, мне здесь себя мало там. Ну, просто все потише сделай. Чуть-чуть. Знаешь, откуда? Ну вот чуть-чуть назад. Да нормально, дописываем. Мы это, ты там не спишь из-за нас? Ты не спишь из-за нас, что ли? Ну, жду, в любом случае. Я понял. Ну, слушай, мы сейчас это... Сколько еще времени надо? А? Сколько еще времени? Слушай, надо веревочку. Мы пытаемся прикрепить вторую камеру, чтобы она держалась. Она держится гениальным техническим способом. Она держится на осьминоге, и плюс Марго прикрепляет ее ремешком от платья. Мне кажется, мы гениальные инженеры. А Олег Муромцев — главный архитектор-инженер этого сложного конструкторского решения. Что вы думаете по этому поводу? Как долго оно прослужит? Каков срок эксплуатации? Даете ли вы гарантию? Я думаю, что до следующего дня рождения хватит. Маргарита Кожакина — прораб и главный рабочий этого архитектурного проекта. Сложно ли вам было на его реализации? Эх, если бы не гениальные решения Олега Олеговича, неизвестно, что бы было. Это да, это да. Все, без все Олега Олеговича ничего в этом мире не делается.